Це дійсно так і є. І у нас на сьогоднішній день один мобільний телефон. Він у нас є на сайті, ми його надалі, так? Ми його на сайті імеємо. Також у нас є городські телефони, на які можна дзвонитися. І хочу сказати, що стаціонарні телефони ще дзвонять. Дзвонять і дзвонять навіть такі ще активно. Но ми з мобільних можна дзвонити. Ми пішли по другому путі. У нас в центрі адміністративних послуг, так як і в інших наших об'єктах або суб'єктах виконавчого комітету, буде встановлена IP-телефонія. Вона буде встановлена в течение місяця. Такі телефони вже закуплені, і під них будуть закуплені мобільні номера телефонів. Це дозволить розгрузити і дати можливість нам більше сеть розгрузити. Це буде, наприклад, в центрі адміністративних послуг у нас буде до 5 таких телефонів, які позвонить на которые, на один из которых может еще 5 абонентов. То есть, когда человек позвонил, его переключат на тот отдел консультации сотрудника, которого нужна, или администратор, который будет консультировать, параллельно может зайти следующий звонок. То есть, это все будет в течение 2-3 недель налажено. Мы это сделали уже, так, знаете, уже по-новому, чтобы вот не уже так конкретно, чтобы не возвращаться к этому уже там, несколько лет, да, пошли таким путем. К сожалению, не так быстро возможно получить контракты на вот такую мобильную связь, которая бы позволяла бы вот осуществлять такие шаги, да, как я вам говорила. Такая многоканальная получается. Это многоканальная связь, mm-hmm. Да, абсолютно верно. Поэтому мы обязательно это у себя впровадим, да. У нас уже закуплена часть оборудования, безусловно, потому что мы сами декларируем, что наших услуг должно быть 300+. Да? На сегодня мы уже, с учетом той сессии, которая состоится 29 числа, у нас их будет 258. Мы еще внедряем наши услуги, поэтому, конечно же, в первую очередь получение информации – это очень важно для такого нашего центра, как административный услуг. Так что немножечко просим потерпеть. И в течение 2-3 недель у нас будет новый уровень консультаций в центре административных услуг. Угу. А скажите еще, будь ласка, у нас появилась